Салам алейкум, дяди, тети. Я только что закончил стрим. Я иду сейчас домой, собираюсь. Я решил записывать сериал своей повседневной жизни. То, как проходит каждый мой день. Надеюсь, вам это будет интересно. Если не интересно, то найдите этот интерес. Я буду с вами учиться быть блогером. Посмотрите, какая кися. Короче, я пошел к машине. Так, машинка у нас. Не тот ключ. А вот тут ключ. Машина у нас заводится всегда по-разному. Так, ну пакет мусора надо выкидывать, а пакет с контейнера надо не выкидывать. Заеву начинает запись. Поехали. Горит чек, вот который день. Не знаю, что с ним делать. Ну, знаю, конечно, надо просто поменять МАФ. Датчик расхода воздуха массового. Я сейчас держу педаль газа. У нее нормальный оборот. И вот я отпускаю. И все. 300 оборотов и плавает. А так нормально все. Сейчас она прогреется и поедем. О, температура пошла наверх, можно ехать. Ехали медведи, как говорится, да? Сейчас я продемонстрирую, какой хороший звук во время того, как чек горит. Это, конечно, плохо, что чек горит. Надо делать что-то. Надо деньги зарабатывать и менять. Пока денег нет, будем ездить с таким звуком. Ночью, конечно, особенно хорошо. Я джибур. Так, внимание, я джибур. Во всех традициях малазийского дрифта, точнее не дрифта, а... вообще идеально, идеально едет. Честно, задолбал уже этот чек. Машина просто с ума сходит. Я, короче, завтра поеду к электрику, отдам ему этот ДМРВ, покажу все эти фотографии, которые на драйве. То есть все, что я нашел, где пропаивать, что надо делать, как я... пусть прозвонит. Остается последняя надежда. А последняя надежда почему? Потому что, а что еще делать? Я уже все перепробовал. Единственное, что может спасти ситуацию, это только купить новый. Может, это вообще не в нем проблема, а я тут это вот. Поэтому, как бы, решение проблемы, это нужно взять ДМРВ контрактный, проверить на нем, чтобы все работало. А тут просто нет таких машин. Это просто надо с чьей-то машины снять и проверить. А кто так подпишется? А я даже не знаю никого. В итоге едем к электрику. А сейчас я пока приехал домой. И что, поехали спать, что ли? Так, короче, я поехал к электрику.
дома я буду спать, завтра будем разбираться. В общем, вот здесь вот я оставил свой ДМРВ для того, чтобы мне его починили. Пропаяли, так сказать. Починить-то не починят, но я имею в виду, что их-то дело что? Пропаять? Это же компьютерная техника, ремонт. Главное, чтобы сделать все ровно. Если все заработает, это будет просто чудо. А сейчас направляемся обратно в офис. По оживленной дороге у нас, кстати, уже Новый год. Вовсю. Сейчас достаточно... Ну, не прям так сильно холодно. Декабрь. Бывает холодно, но сейчас прям как будто весенняя такая погода, что и не промозглая такая погода, и не тепло. Вот. Вот я подхожу к этой замечательной аллее. Гласит надпись «Все сбудется». Вот и загадываем желание, чтобы наш ДМВ починился. Обязательно после того, как загадал желание, здесь надо пройти вдоль всей аллеи, всего проспекта Мира. Ты в том месте и в то время. Вот и все. Вот она стоит такая неприкаянная. Идем за пропаянным датчиком. Вот такой вот проспект пешеходный. Там горы. Там вот горы. В длину километр. Такой хороший проспект. Гулять по кайфу. Его только отреставрировали. Не знаю, будут делать заборы здесь или нет, но, скорее всего, нет, потому что зачем они нужны. Здесь машинам ездить нельзя, только если ты здесь живешь, у тебя есть прописка, то можешь сюда заезжать. Вот здесь стоит машина, по идее, так. Вот, видите, тоже стоят. А так, типа, здесь машинам ездить нельзя категорически. Менты постоянно патрулируют. Он такой красивый проспект 18-19 веков. С такими балкончиками, с такой архитектурой, в стиле модерн. Здесь очень много историй связано с этим всем, то есть с каждым домом. Вот такая архитектура питерская, можем так сказать, да? Такой вид прям вау. Солевые. Ну, в общем... Все пропаяли, где надо. Короче, вот под этой крышкой. Идем ставить.
Гелика нет. Бензина нет. Сейчас проверим. О. Камера заднего вида показывает подвальное помещение. Все. Так, давай. О, подожди-ка, ты что сейчас сделал? Ты сейчас что сделал? Ну, как бы, типа, что-то как-то куда-то, но он упал, поднялся. Ну, мне кажется, 50 на 50. Я не знаю. Короче, будем проверять.